Приветствую всех в новенькой серии прохождения Глаз Дракона. Мы сегодня отправляемся в область Турф, хотя здесь логовищ не так-то и много, но монстры довольно вредные. И не сказать, что все это будет просто. Во-первых, такие вот шмели, которых хотя мы и выносим с одного чиха, с полного чиха, если быть точным. Но они могут подкрасться где-то сбоку и начать бить его со стороны. К тому же, они не всегда любят под прямую атаку подставляться, и приходится тратить на них самонаводящиеся. Во-вторых, это такие вот довольно вредные жирные твари, наездники. Они могут ставить сферу молний, и она начнет вас бить. Вам это не понравится. А, и вот про это именно я и говорил. К тому же у тех самых наездников довольно больно бьет атака. И бьет она, если я правильно помню, на 75. Это вам тоже не очень понравится. Так что старайтесь не подставляться под тех, кто здесь будет. Но зато за этих шмелей дают очень много опыта. И вот это на самом деле и круто. А вон бегает еще один противник, который бьет молнией, которая довольно быстро перезаряжается. А можно не получить этой молнии, если об деревья срезать их будете. Но не всегда это получается сделать. Можно что делать? Допустим, отправлять по нему огненную звезду. Я, если честно, не уверен, что это будет достаточно. Но можно таким образом устранять их, пробовать издалека. Допустим, огненная звезда. Да, вот показываю сейчас, как срезать. Они, допустим, к вам подходят. И молния замечательно срезается об дерево. Огненная звезда прилетела. И одновременно наш продых. Это стало для этой твари фатальным. Но, если честно, бьет она не сильно. Если вы всего раз от нее потерпите, то в этом нет ничего особенно страшного. Да, вот она ударила. Дерево снесла. Но она ударит очень быстро в следующий раз. Когда, по-моему, развернется, то есть, да, у нее скорость перезарядки довольно высока. Это тоже нужно иметь в виду. Теперь нам нужно слетать на то место, где будет тот самый город. Противников, которые, кстати, бьют самонаводящейся атакой, по-моему, на этом этапе игры уже нет. Шмеля-то мы не убили. Да, вот шмель имеет мерзкую привычку съезжать куда-то в сторону. И вот только в таком режиме он берет и замирает на месте. Они еще дохнут с таким прикольным мурлыкающим звуком. А где же город? А, вон он. Будет построен там. Проще всего, конечно, здесь выносить всех под свирепостью. Особенно этих тварей, которые бьют молниями. Ну, те, кто бьют молниями, если честно, приятнее тех, кто били атакой на 45, как ни крути. Да, вот так она нас спалила, развернулась, приготовилась бить молнии и сдохла тут же. Считайте. Главное, не упустите вот эту вот сволочь, которая бьет прибольнейшей атакой на 70 с чем-то. Потому что если вы так сделаете, будет вам хреново. Блин, конечно, они прикольно мурлыкают, когда дохнут. Фига себе их там. Но заодно, как я и говорил, идеальное место для того, чтобы подкачаться. Потому что опыта, конечно, здесь дают немерено. И вы себе здесь и поток магии сможете вкачать, и все остальное тоже. Противники, которые поджигают, нам здесь неинтересны. Вот эти шмели, это просто наше все для прокачки, все, что нам нужно. Как видите, бьет она не больно. Стерпимо вполне. Более чем. Это мы даже регеним вполне себе. Если приноровиться, можно даже выстрелить по ней тогда, чтобы она ничего сделать не успела толком. Отлично, это новый уровень. Там, где новый уровень, там у нас и больше жизни и силы огня.
Потому что выживаемость вам здесь, поверьте, понадобится. Ну и тут мой самый принцип от свирепости до свирепости. А по шмелям, наверное, бить лучше будет всего самонаводящейся ракетой, потому что под прямой они далеко не всегда подпадают. Выносим этих ближайших поджигателей, чтобы они потом не доставили нам неприятностей каких-то. На кого рот там свой разинуло? На дракона? Отлично, минус шмель. Интересно, ему полного каста хватит? Нет, не хватает, иначе бы нужно больше силы огня. Или под свирепости их просто убивать, как вариант. Сюда пойдет огненный дождь, чтобы эти твари отсюда не спавнились. И заодно построим город. Вот. Сейчас будет поспокойнее. И все еще интересно, что я здесь есть буду, потому что... А, здесь бычки, по-моему, бегают. Ну ладно, тогда... Да еще нормально. Да, вот как видите, я прямой ракетой по нему не попал вовсе. Ясно, понятно. Откуда она взялась, интересно? Здесь вот, кстати, на них далекая звезда идеально их останавливает, потому что это очень юркие твари. Они никогда не любят сидеть на одном месте. А кто опять атакует? Кто? Поджигатель. Ого, их тут целая пачка ползет. Для такого у меня есть свирепость. Кстати, снаряды зачастую могут лететь мимо этого шмелятника, поэтому лучше бить вручную, куда-то вот сюда вниз. А ты откуда здесь взялся? Противников генерится немерено. Стоит уничтожить одних, как тут же появляются другие. Наверное, именно поэтому и говорили, что попытайся построить город такого уровня. На-ка тебе. Блин, пока эта звезда долетит, 100 лет пройдет. И то она, видите, с какого расстояния цепляет. По-моему, 2 молнии по 20 она дает. Если я не ошибаюсь. И пускай ее уже прикончит наша звезда. Звезда классная, красивая. Но летит она очень долго. Давайте, ядерный грибок. Да, вот ее бы ускорить в несколько раз, и тогда было бы круто. А так она слишком медленная. Не знаю, она на постройке, что ли, была рассчитана, или что-то в этом духе. Юркая скотина, остановись. Да, вот так. Прям рядом с ней разряжаешь, и тогда она ловится. Гося, ты откуда взялся? Город так, смотрите, почти разрушен. Здорово так досталось. Блин, вот убиваю трупы этих несчастных шмелей. Так, город можно чинить, нужно этим воспользоваться. И он полностью не чинится, потому что, видимо, дедов, которые должны были преобразовывать здесь всю энергию, просто повыносили. И мы голодны к тому же, это вот довольно хреново. Покушать. Блин, покушать я не знаю, что. Есть что покушать, мужики? Уж ты не ты, когда голоден. Ой, зачем я это сделал? О, здесь ближе. Ням. Где-то логово рядом с городом есть.
Да ладно, ты еще живой? Опять ты. Ах ты, убежала. Да. Сразу такая. А зачем она бьет молнии стенами, интересно? Очень интересный вопрос. Не знаю, попытайся построить город 6 уровня в области туров. А здесь врагов настолько много, что... За счет горы трупов он разовьется здесь вблизости с городом запросто. А, вон. А то, о чем я говорил, кстати. То, что ставит вот этот враг в сферу молний. Рядом, которая будет бить и город, и, собственно, вас тоже. Если вы подлетите близко. Ну, рассыпается она на раз-два. Так что особо опасного в этом нету. Отлично снесли. Откуда шмели новые? Все подтягиваются. О, я слышал молнию. Да. Где-то здесь бегает тварь. Ау, это больно. Нам бы нужно посмотреть, где она. А вон она бегает, по-моему. Нет, это лежачая. А, вон она, прям под нами. Нет? А где? Я не вижу. Ну, вон там их точно нет, поэтому можно отправиться туда и подлечиться. Пути. А, она прямо в центре сидит и там насовывает. Понимаю. Она еще и с ветеранством, к тому же. Сволочь, перебежала, что ли? Нет, кажется, замерзла. Давайте свирепость. Вход. Нам нужно прежде всего снести ту, которая сидела в центре. Шмелеет уже. Дело десятое. Уровень, который нас отхилил, кстати. Это здорово. Поток маны... Наверное, 83 сделаем. Остальное закинем на силу огня. Отлично. Да блин, неугомонные шмели. Отлично. Враги просто изо всех щелей сыпятся. Ужас. Неугомонные вот прям. Ого, их здесь двое. Хрена себе. Нечестно. Пока мы, наверное, здесь кастовать будем, они здесь пробегутся еще несколько раз и дадут еще несколько прокастов. Лучше пускай они... К городу бегут и вкусят его. А пока они будут это делать, я спокойненько себе за ними схожу. О, там есть чем перекусить. Причем, судя по всему, свежеподжаренное. Свежеподжаренное — это хорошо. Откуда их столько ползет? Кошмар какой-то. Вот, тут-то уже начинается хоть какой-то экшен. Твари толстые, они по 300 хп, по-моему, имеют. Но то, что мы уничтожаем их прямо рядом с городом, это очень здорово. Потому что так трупик хотя бы не потеряется. Так, чё? Вроде на следующий уровень было бы... Да, на следующий уровень достаточно. По крайней мере, так город быстро не вынесут. Респ у них здесь бешеный. Что и говорить. Так, заранее свирепость.
Лучше, наверное, даже оставить себе шмелей для прокачки, чем кого-то еще. Замри ты, сволочь. Повернись ко мне. Успела выстрелить. Гадина. Смотрите, какие там толпища просто бродят. Но зато и охота на них дает свои плоды. Ой. Вот это не то, что я здесь хотел поймать. Да, вот видите? Неудачный заход. Имеет свои последствия. Надо бы вернуться в город. Что здесь? Здесь шмель. И не только. Так. О, бычок. Это хорошо. Нужно посмотреть, где эта гадина. Вон она. Отлично. С этой проблемой заразобрались. Пока отлечимся. Время работает на нас. О, блин, тут только эти скучные поджигатели. Ну вот, мы, в принципе, добились того, что одна свирепость проходит, начинается вторая. А большего нам тут и не нужно. Уровни идут один за другим. То же, чего я хотел. За бароха здесь удобнее, конечно, набирать уровни, потому что есть АУЕшечка. А у Ноха такой полезной АУЕшечки нет. У него только эта колонна, которая... Так себе, как АУЕ. Мы, в принципе, знаем, что у нас с полпрокаста мы их выносим. На вот этой самонаводящейся ракете. Или псевдо-самонаводящейся. Так что это приятный источник опыта. Свирепостью. Думаю, город там не разломают, по крайней мере, не мгновенно. Значит, мы можем какое-то время здесь побесчинствовать и понабирать опыта. Блин, хватит уклоняться. Ого, второй где-то. Ау. Они тут просто как грибы после дождя, реально. Так, а вот эта скотина... Выжила. Это на самом деле не круто. Нужно посмотреть, где она находится. Он там бегает. Если она вообще живая. Да, она живая. Шмелятники я трогать не буду, шмели это реально тема. Вот остальное можно посносить. Вот уровень, хорошо. Можно вкачать себе, наверное, еще больше потока маны, чтобы уже действительно была свирепость до свирепости.
Наверное, где-то 90 нужно или 100. Что-то из этого разряда. Ну, вот эти монстры тоже не прикольные, поэтому будем выносить их постройки. Сейчас дождик потом зарядится. Так, по-моему, она выжила. Или не очень. Куда ты от огнедождика там перебегаешь? Это не поможет. Рот она на дракона разевает. Вот, опять же, вижу довольно много шмелей, на которых можно подкачаться. Будет отличным вариантом. Это не какие-то там стрекозы. Они имеют большую модель. И в них хотя бы влетает вот это все. Просто ходи да собирай урожай с этих шмелей. Одно удовольствие, считай. Откуда, интересно, вторжение? А, вторжение в Кремею из Турфа. Ты думаешь, откуда там может быть вторжение? Какой-то негодяй поджег нас. Самое время перекусить. О, а городу там, я смотрю, весело. Странный город, ничего толком не может сделать. Зачем, спрашивается, эти башни мы здесь строили? Это сволочь прям под нами. Ого. Такое чувство, что она била в рукопашную. Так, так не пойдет. Сейчас мы вернемся в Кремль и отхилимся. Потому что это не круто. Лечить никто не хочет. Спасибо. Мне кажется, что она просто ударила в рукопашную, поэтому было настолько больно. Давайте вернемся в Турф. Посмотрим, что там происходит. Происходит там мало хорошего, на самом деле. Вон их уже здесь сбежалось. Особенно вот этих сволочей с ветеранством. Хватит перебегать. Надоели. Здесь, по-моему, аж четверо бегает, ни хрена себе. Ух. Отлично. Отбили атаку на город, по-моему. Но это не точно. Это, собственно, как я говорил, от свирепости до свирепости. Не знаю, как здесь на 10-й сложности, наверное, посложнее будет это все делать. Здесь еще относительно просто. Да кто опять-то? Они из воздуха, что ли, берутся, эти шмели? Откуда? Откуда их здесь столько? И зачем?
Их только что здесь было мало, и только что здесь их стало четверо. Боже мой, еще один. Кто опять напал на город? Уровень, хорошо. Теперь это гадюка. Ура, город наконец-то можно чинить. Не только чинить, но и развивать. Четвертый уровень теперь. Что ж, я думаю, это уже неплохо. Уже результат. Четвертый — это почти шестой. Шмелей мы, конечно, здесь вынесли немерено. Так, хочу сходить посмотреть, что там за три монстрятника таких. Сила огня, вот думаю, 251, наверное, нам ее вполне достаточно. Жизнь же мы будем повышать. Хотя бы до 200. Иногда, кстати, может попасть одна молния, а не две. И тогда будет не так больно. Вот, урф можно развивать уже до пятого. Тоже неплохо. Наверное, реально сейчас вернемся, так и сделаем. Назойливая скотина. Ну вот, такой город они не должны так быстро вынести. До пятого уровня вкачались. Ну а что будет дальше, увидим уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Скоро увидимся. И удачи!